Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России. Я рад, что президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Австрию 5 июня и погостить в нашей стране, цитирует ТАСС канцлера. Он отметил, что намерен обсудить с Путиным две ключевые темы, одна из которых – двусторонние отношения и укрепление экономических связей. Во-вторых, мы, разумеется, поговорим об отношениях Европейского Союза и России. Последние несколько лет в этой сфере то и дело возникала напряженность, и нам бы хотелось принять посильное участие в улучшении взаимодействия сторон по данному вопросу, добавил Курц. Он подчеркнул, что Австрия желает внести лепту в улучшение отношений между Европейским Союзом и Россией. Полагаю, важным шагом в этом направлении могло бы стать обеспечение жизнеспособного перемирия на востоке Украины. Мне это представляется хорошим подспорьем, которое в дальнейшем позволит укрепить сотрудничество России и Европейского Союза и вывести его на прежний уровень, а в идеале, направить эти отношения выигрышное для обеих сторон русло, заключил он. Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и Курца 5 июня в Австрии. В мае Курц отметил, что необходимо действовать сообща с США и Россией для разрешения кризиса на Украине.